журнал «Шоумен Шоумуменс» Юлия Гроза. Рядом со мной находится талантливая Юлия Марцен. Юлия, мы с вами находимся на открытии светского клуба «Успех». Вот вы уже являетесь его членом? Да, я являюсь не только его членом, но мы являемся и партнерами. У нас 14 декабря открывается фотовыставка «Успех в лицах», и клуб «Успех» является партнером данного проекта. Очень мы взаимосвязаны в этом направлении. У вас на фотовыставке присутствуют Татьянины снимки? Да, конечно, безусловно. Безусловно, у нас участвует 45 людей, специалистов в абсолютно разных сферах. Это и спорт, и бизнес, и культура. Вот. И, конечно же, мы рассказали историю Татьянину, ее профессиональную карьеру. Вот. И она обязательно поделится своей историей на открытии выставки. Ну, светский клуб, он только сейчас открывается, это официальное открытие, а так он достаточно молодой. Вот что бы вы пожелали этому клубу? В любом случае, конечно же, побольше членов, да, людей в клубе, побольше грандиозных мероприятий, проектов, для того, чтобы люди знакомились, обменивались опытом, побольше молодых людей, которые могли бы учиться у более профессиональных специалистов и обменивались опытом, чтобы была определенная мотивация. Да, я с вами полностью согласна, и мы все присоединяемся к вашим пожеланиям.